Здравствуйте, студент Антон Дробыш, и сейчас я расскажу вам, что ждет знаки зодиака в период с 15 по 21 августа. На этой неделе овны смогут проявить недюжинную настойчивость и добиться того, что казалось невозможным. Правда, на пути к успеху порой будет непросто найти общий язык с окружающими. Помните, цель оправдывает далеко не все средства. Постарайтесь избегать конфликтов и сглаживать острые углы. Это время для тельцов будет неспокойным. Вам будет сложно избежать споров и раздоров, причем инициаторами многих конфликтов будете вы сами. Погружаясь в пучину бытовых интриг, старайтесь не переходить на личности. Это дорого обойдется вам позже. Звезды говорят, что этот период для близнецов будет весьма насыщенным на события. Многое будет зависеть от вашего самообладания. Сохранив его, вы добьетесь желаемого результата. Потеряв же, можете потерять все. Ракам будет непросто сосредоточиться на чем-то одном. Вокруг будет так много интересного, что вы не сможете остановиться. Однако, бросаясь из огня да в полымя, помните, ввязавшись не в свое дело, вам придется исправлять не только свои, но и чужие ошибки. Львов ждет неспокойная, но все же приятная неделя. И вашим главным чувством сейчас должна стать интуиция. Слушайте ее, и ваши решения окажутся верными, даже если поначалу не выглядели такими. Для Дев звезды обещают очень многое в плане новых начинаний. Будет сложно, но интересно. Поэтому смело беритесь за новые проекты и дела. Даже если сначала вам покажется, что вы не вывозите, то потом все пойдет на лад. Весам в ближайшее время придется делать 100 дел одновременно. Вас будет тянуть назад прошлое, очаровывать настоящее и манить будущее. Звезды советуют определиться с целями. Выберите то, что нужно вам здесь и сейчас. Как только вы это поймете, напряженность схлынет и жить станет намного проще. Этот период для скорпионов начнется с незначительных событий. Вы довольно долго будете не понимать, почему это происходит именно сейчас и именно с вами. Однако конец недели расставит все точки над «и». Поэтому не игнорируйте происходящее. Даже самая неважная мелочь может вырасти до космических масштабов. Самое важное событие для Стрельца произойдут в начале недели. Оставшуюся ее часть вы будете или пожинать плоды, или расхлебывать неприятности. Все зависит от вас самих. Звезды предупреждают, что решение придется принимать быстро. При этом они должны быть продуманными и взвешенными. Удача окажется на стороне сильных. Козерогам звезды советуют оставить спешку и философски относиться ко всему происходящему. Только в этом случае все сложится удачно. События будут меняться слишком быстро, и если пытаться успеть все, можно не сделать ничего. Просто поставьте время на паузу и ждите. Ситуация наладится без вашего активного участия. Это время для водолеев будет полно сюрпризов и неожиданностей, как приятных, так и не очень. С одной стороны, забот окажется намного больше, чем вы думали. Далеко не все дела удастся не то, что довести до конца, но даже достойно выбраться из-под их завала. С другой же, калейдоскоп событий захватит вас, и вы с удовольствием понесетесь по течению жизни. Рыбам звезды не обещают быстрого успеха. Эта неделя для представителей знака пройдет по принципу «как поработаешь, так и пообедаешь». Лень и нежелание проявлять инициативу чреваты большими потерями, причем как материальными, так и нематериальными. Напротив, активность и инициативность принесут свои плоды. На этом у меня все. В студии был Антон Дробыш. Не забывайте не только слушать советы звезд, а и думать, прежде чем принимать решения.